Я просто слушаюсь в нашу работу. Мне она нравится. Ну, вы просто, даже просто на диске посмотрите на эту машину. Это А4, B7, 2 литра, фаршированная. Пока что не полностью нашпигованная, потому что тут еще владелец хочет звук сделать. Звук лютый. Звук серьезный, поэтому нам пришлось блок управления заслонкой ставить нигде. Мы обычно ставим там по центру в багажнике. Пришлось уместить в нишу аккуратненько сбоку, потому что весь багажник будет занят. Сделали полную трассу, сделали все на 63-й трубе из нержавеющей стали, из 304-й. Установили две банки. Сейчас максимально громкий режим со штатным катализатором. Не ровен час владелец приедет к нам и удалит катализатор, потому что захочется еще чуть-чуть. Ну, на самом деле, просто напишите, как вы оцениваете этот выхлоп. Будет очень приятно любой ваш комментарий. Спасибо вам большое за это. Звук просто нереальный у нее стал. И внешний вид, конечно, но... Это достойная работа. Эта работа стоит своих денег однозначно.